Козиев Анатолий Гаврилович, советский военачальник, генерал-майор, герой Советского Союза. Анатолий Гаврилович родился 1 мая 1906 года в Екатеринодаре, ныне Краснодар. В семье рабочего, получив среднее образование, работал слесарем в Ленинграде на заводе имени Егорова. В 1927 году вступил в ВКПБ. С 22 июня 1941 года майор Козиев воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Командовал полком 23-й армии Северного фронта на Карельском перешейке. С сентября 1941 года полк участвовал в Ленинградской оборонительной операции. В декабре 1943 года Козиев был назначен на должность командира 256-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта. В начале февраля 1944 года в районе Елеменцы, Заплюси, Замоши и Канизелье дивизия заняла круговую оборону, сковав силы трех немецких дивизий. В течение 12 дней сражались в полном окружении. Боеприпасы в дивизию перебрасывались ночами и сбрасывались на парашютах. 15 февраля 1944 года дивизия нанесла удар навстречу советским войскам на Уторкаш и соединились с основными силами армии. 21 февраля 1944 года полковнику Анатолию Гавриловичу Козиеву присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». С марта по июль 1944 года 256-я стрелковая дивизия вела бои на Нарвском плацдарме. Затем она поучаствовала в Режецко-Двинской, Маданской и Рижской наступительных операциях, а затем в блокаде Курлянской группировки противника. За освобождение 26 июля 1944 года Нарва, Эстонская ССР, 256-я краснознаменная стрелковая дивизия приказом Верховного главнокомандующего Сталина 9 августа 1944 года получила почетное наименование «Нарвская», и спустя 30 лет ее командир Козиев стал почетным гражданином Нарвы. Жил в Москве, на пенсии занимался общественной работой и являлся членом президиума Общества знания. Умер 30 января 1985 года.